пускай. За окнами небросский мир, черно-белой полоской дни. Кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи маяк души. Быть может, заветной мечты, корабль пути и пускай. Группа «Интонация» сегодня дала свой сольный концерт «Попкейк ТВ». Привет, ребят! Ваши треки являются саундтреками вообще ко многим сериалам. «Молодежка», «Физика или химия». Каково это – включать телевизор и слышать себя? Сначала идет большая работа, сложная, а потом уже, конечно, идет радость, облегчение, счастье. Самое главное, что песни пришлись ко двору и очень хорошо подходят под сюжет сериала. Это самое главное. Но мы открыты для любых других работ, не только для спортивных сериалов или там про любовь школьников. Также мы работали еще с фильмом «Август 8-го», с замечательной группой «Любэ», получили золотой граммофон за эту композицию. Ну, я же говорю, да, мы открыты, мы будем еще работать, да, Саня? Слушай, я, кстати, ты пока говоришь, очень, я хочу добавить. Первый раз, когда я слушал вот наши песни по телевизору, у меня спотели ладошки, я, короче, такой весь волнуюсь. Я потом думаю, ай, вот здесь не так, или спел, или еще что-то. Потом думаю, это все еще ну и приятно, и волнительно. И то есть все мысли одновременно, вот так вот синхронно, вот так вот начинают атаковать, или любить, или дружить, или вот эту песню. Ну, то есть очень интересно. Но самое главное, что песни нравятся людям, они их слушают, смотрят сериал, и в любом городе всегда готовы нам помочь, подпевают, вместе с нами веселятся, танцуют на концертах и так далее. То есть нашли отклик. Как вам удается создавать такую душевную музыку? Посмотрите на эту душку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Сольный концерт продолжается. Что нужно делать, когда муза покинула? Не отчаиваться, заниматься своими делами, желательно тем, что приносит удовольствие в первую очередь. Вот. И, а муза обязательно будет. Никуда она не денется, она придет, вернется или появится новая. Главное не замыкаться в четырех стенах и... Точнее, не предаваться отчаянию до конца. Главное, не терять самообладание и понимать четко, чего ты хочешь и делать. В общем, жизнь – это кайф. Посмотрите вокруг. Жизнь прекрасна. Здорово, если здорово. Отбросить все проблемы, то мы все счастливые люди. Группа «Интонация», Анастасия Расова, специально для «Попкейк ТВ».